Здравствуй, Мария. Здравствуйте, подписчики, которые подписаны на канал Марии. Хочу рассказать коротко свою историю. Где-то лет 5 уже у меня проблемы в поясничном отделе, с поясницей, с позвоночником. Да, объездил много врачей по Германии. Предлагали только один выход, только операцию. Ну, мир не без добрых людей. Узнал, что есть такая Мария. Созвонился, встретились. Еще до этого я уже потерял свою работу. Как-то внутри запаниковал, что делать дальше, чем заниматься. Было какое-то неспокойствие внутри. Ну вот, встретились с Марией, как я уже рассказывал. Она помогла мне разобраться в себе. Так, стал я спокойным, более спокойным. Благодаря после нее, скажем так, я уже осваиваю вторую профессию. Потихоньку, шаг за шагом, пользуюсь ионными мазями, пью травы. Ну вот, как-то так. И вот, пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить ее. Так что, если у кого-то какие-то проблемы, обращайтесь к ней. Всем до свидания.